пожалуй, это самый мощный сет, который когда-либо выполнял для прокачки ног. Если ты хочешь себе сильные, рельефные, красивые ноги, то обязательно попробуй выполнить этот сет. Перед тем, как мы начнем, я хочу сделать небольшое объявление. 5 сентября стартует марафон G10. То, что ты сейчас видишь на экране, это результат участников марафона G10. Марафон длится 4 недели, и тебе там доступны программы тренировок от новичков, которые вообще никогда не тренировались, до опытных спортсменов, то есть разные уровни тренировок. Также есть разные локации, ты можешь тренироваться дома без оборудования, можешь выйти на воркаут-площадку, можешь пойти в тренажерный зал и тренироваться с гирями, с гантелями, с тренажерами и так далее. Все три локации доступны тебе в марафоне G10. Также есть программа питания, которая нацелена либо на сушку, то есть похудение, рельеф, либо на набор мышечной массы. Ты уже выбираешь это внутри марафона, но если не можешь определиться с целью, то наши кураторы, тренера и диетологи помогут тебе в этом. У нас есть большое комьюнити, где мы все общаемся, есть чат поддержки. По сути, это твой личный тренер и диетолог у тебя в кармане, который всегда с тобой. Сейчас на марафон G10 доступна скидка более 70%, но только для первых 500 человек. В общем, ссылка в описании, переходи, регистрируйся. 5 сентября старт, 4 недели, проведем это время круто. Будешь тренироваться под моим руководством и под руководством моих специалистов. Ну а мы начинаем. Итак, суть сета в следующем, что мы делаем все упражнения без перерыва, и у нас есть тайминг. Вообще, в чем суть вот таких вот телодвижений, таких мучений, так скажем, себя? Потому что я тренируюсь в основном без дополнительного веса, и необходимо создать достаточную нагрузку. Здесь я включаю в работу как и силовые элементы, так и взрывные элементы, так и элементы на выносливость. То есть задача дать максимальную нагрузку за счет большого объема по времени именно на ноги, так как ноги — это огромная мышечная группа, и недостаточно просто поприседать, особенно если вы новичок. Поэтому первое, с чего мы начинаем, это 20 выпрыгиваний. То есть сначала обязательно необходимо хорошо размяться, особенно колени. 20 выпрыгиваний вверх, вот прям выпрыгивание вверх, 20 раз без остановки. Вот с этого мы начинаем. Следующее упражнение – это шведский тест. Визуально представляем перед собой две прямые линии и стороны в сторону. 40 повторений. Раз, два, то есть считаем в две стороны. Следующее упражнение – это разножка. 40 повторений. Также. И в конце, это самое взрывоопасное, это 50 плиометрических приседаний. То есть это не выпрыгивание, это уже именно плиометрические приседания, потому что мы не выпрыгиваем так высоко. И в идеале, если останутся силы, добавить еще минуту стульчика. Я готов, я думаю, что вы тоже готовы. Если вы думаете, что я забыл про новичков, то я не забыл про новичков. Если вы новичок, и, естественно, вам не нужно делать этот сет, но вы хотите тренировать ноги, то я сделал для вас классную подборку упражнений, классный сет в своем телеграм-канале. Обязательно перейдите, ссылку оставлю в описании. Итак, смотрите, я делаю 3 круга вот этих упражнений, и в идеале ориентироваться на 5 минут без стульчика. Сейчас я сделаю один круг, чтобы вам показать, как это все выполняется. Итак, мои ноги еще не отошли со вчера, потому что я только вчера это делал. Итак, я готов, вы готовы, начинаем с 20 выпрыгиваний максимально вверх. Погнали! Есть контакт, шведский тест. Есть разножка. Есть разножка.
Фу. И теперь самое сложное – это выпрыгивание. Точнее, плиометрические приседания 50. Фу. Вот это прям кайф. В этом вся суть, чтобы работать до отказа практически. Потому что работа, собственно, весом. Поехали. Three pairs, you don't even have to ask to be the cat in the sun someday. I will see the whole deal through today. I've got better things to do. Ой-ой-ой, ой, жесть, хорошо, ну что, минуту стульчика простоим еще, я про себя буду считать, чтобы до конца кайфануть. Фу, поехали. Ай-яй, не, ноги свело, представляешь, не довосстановился. Ну вот самое главное, все, что я сделал сейчас, вот это в 5 минут уложить. Стульчик уже отдельно. Фу. Ой, поехали. Set aside. 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ай, все. Все. Фу. И вот таких три круга. И вот это настоящий кайф. Вот тогда ваши ноги будут прогрессировать. Когда вы делаете просто приседания, это для новичков. У них от любых упражнений растут мышцы. Потому что в целом они создают достаточную нагрузку для прогресса. Опытные же ребята, вам недостаточно, даже если вы чувствуете жжение, этой нагрузки недостаточно. Вот одного круга недостаточно. Да, забились мышцы. Но сейчас они забились в рамках больше именно медленно-окислительных мышечных волокон, смешанных мышечных волокон, но не силовых. А вот дальше, когда уже они будут не увозить, тело само будет подключать другие мышечные волокна. То есть все три типа мышечных волокон. В этом преимущество работы с собственным весом тела. Но в идеале, конечно же, комбинировать упражнения и с собственным весом, и без веса, и с дополнительным весом и так далее. Особенно, если вы не новичок. Таким образом, вы создаете сменность тренировочной стратегии, что дает повод для роста, потому что нужно заботиться не только за объемы. Я вообще в целом сторонник того, что мышечные объемы – это круто. Да, безусловно, это важно. Это то, ради чего тренируются все. Но помимо этого, тело должно быть подвижное, выносливое, гибкое. Это очень важно. И такие вот движения, упражнения – вы сейчас напишите, убивает колени и так далее. У меня все в порядке, тренируюсь 25 лет в таком стиле. 25 лет. Пока тфу-тфу-тфу, нет проблем. Так что просто пробуйте, пишите в комментариях ваше мнение. Но я напоминаю, что ссылка на тренировки со мной на марафон G10 по акции будет в описании. Просто перейдите, почитайте. Если вам будет интересно, то welcome, буду вас прокачивать. Всем до скорого, увидимся. Всем пока.